Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я покажу сводчи на а, румяна от Герлен. А, это персиковый оттенок у меня будет. Вот так они выглядят. Коробочка. На коробочке написан а, код 03 персиковый. А, Румянов производства Герлен. Вот такая вот коробочка идет, как обычно, идет вот такая бархатная. У всех люксовых брендов идет вот такая бархатная упаковочка, в которой находятся они. Она подписана она согласно бренда, который вы покупаете. Итак, вот она стандартная коробочка румяна с эмблемой компании, да, Герлен, знаменитая косметическая компания. Очень интересные у нее косметические продукты. Такие оформления очень интересные. Такое эпатажное оформление у Герлен. Ну, стоящее. Итак, 0,3 – это персиковые. 6,5 грамма. Произведены они в Париже. Видите, я вам поближе сейчас покажу. Итак, открываемые. Вот так они выглядят. А здесь такая защитная пленочка у них идет, ну как как обычно. А все как обычно. И идет идет, идет вот такая вот кисточка. А также написано на ней, что это Герлен. А мне она удобна, а причем я ею наношу румяна, такая она мягенькая, из натурального ворса, и причем даже не нуждается в больших кистях для нанесения румян. То есть она удобная, компактная, удобная, но вот не делает резких таких, знаете, таких стрижков на, на скулах. То есть хорошо растушевывает, и я говорю, мне удобно. Итак, давайте рассмотрим. Саму коробочку. И вот они румяна. Видите, они так интересно сделаны вот такой вот, скажем, чешуей, да, Чешуй, чешуйками так выбито. Но я уже начала уже им пользоваться активно, поэтому вот здесь немного сам логотип Герлена уже стерт. Итак, давайте я вам покажу это персиковый цвет, как он на коже. То есть саму вот, скажем, интенсивность цвета можно регулировать такими вот мазками очень интересный. Я люблю персиковый оттеночек. Я его купила, потому что, знаете, девчата, персиковый оттенок вообще не бойтесь. Он абсолютно подходит для любого цветотипа, причем даже можно не уточнять цветотип у человека, какое смело рекомендовать персиковые румяна. Но опять же, персиковые румяна, они тоже разные. Бывают более кирпичного такого, бывает вот как у герлен немного с розова, но это персиковый. То есть его здесь можно, конечно, подбирать, но можно не заморачиваться. И будь вы блондинка, либо брюнетка, персиковые румяна подходят абсолютно всем, особенно не рекомендуется возрастным женщинам, то есть те, кто в возрасте, не рекомендуется пользоваться розовыми румянами, а пользоваться персиковым, потому что персиковый, он благородно освежает цвет лица, делает его таким здоровым и сияющим. Поэтому вы можете смело вот не париться, скажем так, подбирая румяна там под помаду или еще что-то. Вот персиковый берете, он универсальный. То есть он такой, знаете, настоящий такой получается, Цвет природный, то есть вот такой, какой есть, не розовый, если там берем розовые оттенки, если рассматривать розовые оттенки румян, то с ними, конечно, можно переборщить, и розовые, они такие дают холодный оттенок, а персиковый – это натуральный, природный такой оттеночек самой вот кожи, да, оттеняется и делает свежее, свежее лицо. Благородная. Еще раз повторюсь, что хорошо для возрастной кожи подходит, для возраст... возрастным женщинам хорошо. И молодежь, конечно же. То есть, вот говорю, беспроигрышный вариант. Если думаете, какие те румяна купить для себя, выбирайте всегда персиковые оттенки. Никогда не прогадаете и будете всегда, как говорится, в плюсе. Вот такие, вот у меня вот такой обзор получился. Вот видите сами, как они ложатся, то есть интенсивность можем регулировать сами, да, распределяются по коже, они хорошо, равномерно растушевываются вот кистью, кистью играем и наносим столько, сколько необходимо, ну чуть-чуть, как говорится, знаем меру, вот такие румяна от фирмы Герлен были сегодня в моем обзоре в сводчах. Если вам понравилось мое видео, помогло в выборе этого оттенка, может быть, вы давно присматриваетесь, но не решаетесь Возможно, я вам помогла, чем-то подсказала что-то. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, до новых полезных обзоров, хороших вам классных покупок. До новых встреч. Пока-пока.